Всем привет! Я Яна, и вы на моем YouTube-канале. Мы в Турции. Yes! Yeah, boy! Со мной тут Саша Монтажник. Mucho gracias. Aficionses. И Егорик. Кстати, интересный факт. К Саше приклеилась эта шапка и эти очки, поэтому он их никогда не снимает. Больше. Сегодня мы будем с вами веселиться. Да. Мы будем повторять такой популярный челлендж из ТикТока. Который называется «Скройся от этого палящего солнца». Который называется «Swimming Pool Challenge». Вау! Wow. Примерно вот так это выглядит. Повторять какие-то позы. Например, поза йоги. В полете делать позу йоги и падать в бассейн. У кого лучше всего получилась та или иная поза, получает балл. В конце видео, у кого больше баллов, тот получает приз. Какой? Секретный. Хорошо, окей, мы все поняли. Давайте начинать. Погнали. Первая поза будет поза каратиста. То есть надо в полете сделать карате-позу. Кто первый? Давайте я попробую. Егор. Давайте. Сразу говорю, я не атлет, я не пловец. Готовы? Да. Блин, хочется право, ну ладно, буду лево. И карате, ну, если ну, что. Ты знаешь, какой карате? Давайте карате у каждого по три попытки, нет, пожалуйста. Ну, нет, пожалуйста. Нет. По одной попытке, потому что это очень долго тогда будет. Давай теперь кто? Теперь Саш, ты? Я проиграл. Здесь проблема, что мокрый, может поскользнуться и умереть. Вот такая поза у меня будет. Это какой-то боец. Вот так карате, да. Ладошка, давай. А мне кажется, было. Главное, это было охрененно. Главное, чтобы ты в кадр попал, а то мне кажется, ты выпрыгнул из кадра. Ай, бляха, очками ударился. Честно хочу сказать. Это полное вот... Но это вообще не похоже на карате. Это было просто похоже на лягушку. Самая типичная поза каратиста — это нога ровная вперед, а вот это погнуто, чтобы вот так вот. Блин, что-то стрёмно. Не бойся, я тоже боялся. Ты жопой об дно не ударился? Нет, конечно, глубоко еще. Ладно, давайте. А вы, говорю, разбегались? Нет. Ну я чуть-чуть. Эй, лучше не разбегайся, можешь поскользнуться и головой об этом. Я боюсь. Кстати, у нее, мне кажется, получилось лучше, чем у всех, потому нет, что у меня нога прямая была. Это полное говно, нет, ребят. Нет, реально получилось. Ну, будем смотреть. Будем шмять. Мне кажется, лучше всего у меня, но давайте по чесноку. Будем смотреть повторы сейчас. А, ребята, ставим лайк за Сашин образ новый, ковбой. Ребята, вы не узнали, это ж я, Саша. Ну что, давайте теперь смотреть повторы и уже решим, кто из нас лучше сделал эту позу. Давайте, первый каратист, первый делал Егор, да, вроде бы? Каратист у Егора получился. Ну, слушайте, но... это не каратист. Нифига. Это, знаете, больше похоже на прыжок в длину. Да, это прыжок, но не карате. Но какое лицо у него! Ты прям старался. Ну, прикольно. Давайте, Саша. Во, это идеально. Лягушка. Какая лягушка? Нет, чел, если ты лягушка, и ты и лягушки занимаются карате, в принципе, подошло. Пожалуйста, загугли, как будто бы стойка в карате. Приделайте ему унитаз, типа он на унитазе сидит. Загугли стойку в карате. Давайте дадим должное. Руки действительно в стойку. Ну, руки, давайте... Тут проблема с ногами. Ну, вот это что он показывает? 5, 5. Тренеру показывает. Теперь я. Я просто лечу. Ну, Ян как будто с балкона упала. Да, я лечу. Не, ну у Яны, да, у меня нормально, у него... Но зато у меня нога прямая вот эта. Да. А у Егора она кривая. Ну что, кому бал? Я бы отдала Егору, мне нравится его. Я даю бал. Спасибо. Я бы, наверное, тоже отдал Яне просто за то, что у нее нога прямая. И если вот так вот половину тела убрать, это прям реально поза карате. То есть... Ну, давайте, ладно, давайте так. Окей, Яны бал. Чик. Саш, не расстраивайся, еще очень много поз, где у тебя точно будет лучше, чем у нас. Следующая поза – это поза йога. Uh-huh. То есть йог, как он, либо медитации поза, расслабление, что-то такое. Но поняли? Это, кстати, легко, uh-huh, потому что тут не обязательно прям растяжка или дикая. Да, любую позу йога там, либо вот такая поза, знаете. Окей, я первый? Да. Ну, Саня, смотри, как надо, дружочек. Чтобы ты потом опять не психовал только, смотри. Это был выигрыш 100%. Ну, может быть, переборщил. По-моему, это было вообще настолько восхитительно, что даже сам йоги так не сидят, как я в воздухе сейчас. Давай теперь я. Ты вот так сделал? И ноги подогнул. Я сделаю вот так. Окей. Давай. Блин, а если мы будем все повторять позы, это будет... Ну, у нас же будут все одинаковые, просто у кого получится более четко. Давай, тетя Мотя. Тоже неплохо получилось, только она как-то... Ну, может, у меня точно так же? Тут уже на повторчике она царит. Ну и Александр, булыжник-монтажник, шашник. Я вижу, как вода у вас набирается. Ой. Как у тебя крикнул «Бэээт!» Когда он ударился ногу об ногу, больно, нет? Как у тебя что? «Бэээт!»
забыл. Скажу, что, по-моему, что-то было прикольное. Ты типа сделал такую. Я не смог, ногу. Но зато шляпу порвал, посмотрите. Положительное. Нормально. Что-то положительное в этом есть. Смотрим вторую позу. Так, Егор, смотрим твое видео. Мне кажется, у меня хорошо получилось. Я старался, правда. Так. Тем более, это не сложная поза. Так. Люди такие высоко выпрыгнули. О, какой, о! Классно. Ребята, ну лучше, по-моему, не придумаешь. Вообще, лицо тоже йога. Окей, ну такой вот вариантик неплохой. Ну не, хорошо. Так, теперь я. Я делала другую позу. Ну, это просто вера, как бы ты веришь во что-то. Ну, медитирует. Я медитирую. Ну, мы же поза йога, он же правильно делает. Я медитирую, вот так сижу. Ну, Саня, что скажешь? Лучше у Егора было. Ну, посмотрим. Теперь твою. Главная конкурентка. Ну вот это вообще, я словил дзен. Реальный дзен. И если бы не ноги, у Саши тоже был просто суперски получилось. Мне правда нравится Егора поза, она очень смешная. Ну, главное, Егор упал. Она именно в плане вот идеально выполнена. То есть ноги сложены и руки так. И лицо смешное. Ну да, ладно, Егор упал. Давайте, Егор, 1-1. Да. Следующая поза, это поза, как будто бы мы спим. Это как это? Мы типа должны типа так... максимально горизонтально и как будто бы спишь. Хорошо, но самое первое, что в голову приходит, это вот это вот руки и как-то скрутиться. Ну конечно, скрутиться надо. Конечно. Просто у кого лучше получится эта поза? Да, блин, ну какой-то акробатический челлендж. Ну тут вообще как будто у вас у Сани шансов нет. Ну посмотрите, он парень сейчас занимается шашками больше. Ну я, кстати, каждое утро бегаю. И шашки. С Яной. Физическая нагрузка. Какой-то отчет. Я включила уже. Ладно, поехали, ребята. Вот так происходит уничтожение. Больно? Я лицом ударился жестко, это даже на повторе будет видно. Да, кстати, вот тут опасность есть небольшая. Ну, то есть, знаете, надо... Может, Егор выиграл, да и все. А если вот так, ты руки убрал? Да, я, короче, тебя так потом решил как-то приземлиться и ударился лицом. Надо было до конца держать меня. Ребята, ладно. Лайк, подписка, комментарий. Ну, на больно на сколько? А? На сколько больно? К этому трюку мне понадобится очки снять. Жалко их разбить. Я все-таки Версач. Саня спит в шляпе, кстати, как в реальной жизни. Давай, Санек. А что, он стоит? Он, типа, ты типа стоит спишь? Ну, на кровати приделайте там, фотошопите. Так надо горизонтально делать. Саша спит стоя, если кто не понял. Ну, он же этот, он летучая крыса. Ладно, летучий кабан. Да, летучий кабан. Если честно, после того, как Егор поранил щеку, мне страшно. Раз, два. О, боже, страшно чего-то. Бляха, я боюсь прыгать. Раз, два, три. Минус ухо, да? Ну что, как? А тебе не больно? Нет. Супер! Это было идеально! Я руку держала до последнего. Специально, чтобы не поранить щеку. Я скажу так, мне кажется, Янка выиграла вот сейчас в этом раунде. Потому что она как-то так ровненько прям. Сейчас посмотрим повтор. А я хоть что-то выиграю в этой жизни. Ребята, следующая поза Супермен. Следующая была поза спящего чувачечка. Гоу. Чувачечка. Гоу, как спит Егор? Ну, в жизни я точно так же. Так люди не спят. Он скрючился вот таким калачиком и типа спит. Яна, ты знаешь, я так сплю, я скручен в эмбриона. Это когда ты показываешь вид, делаешь вид, что спишь, ты спишь вот так. А когда ты на самом деле в сон очень сильно, ты спишь вот так. Реально? Да, и мне нет места на кровати вечно. Вот это, конечно, черт. Короче, Егор минус в этот раз. Давай, Саш. Вот Саша сразу плюс. Секунду. А что, мы стоя спим? А, он же стоя спит. Это на телефон. Это идеально. Вот смотри. Да, вот. Это идеально на телефон. Просто перевернуть так на бок. Но ведь суть же в том, что ты не переворачиваешь телефон. Так, теперь я. Мне кажется, я прям фейл сделала там какой-то. Работник. Ну вот так. Ты, у тебя поза как-то с работы бежала, тебе надо резко уснуть. Ты... Ну вот так сплю. Слушайте, сложно. Но в целом я так и сплю, я одну ногу всегда прижимаю. Да, ты так и спишь все время вот так вот с полусогнутой ногой. Но если кому-то показать вот так вот фотку, то кто скажет, что она спит? Никто. Ладно, я не знаю, но, Саш, тебе чье больше всего понравилось? Ну, наверное, мое. Давайте так упростим задачу, самого себя выбирать нельзя. На самом деле, я бы отдала балл Егору, потому что Егор максимально горизонтально это сделал. Ну ладно. Давай, Егор. 2-1. Короче, сейчас Саня первый будет. Слушайте, ну есть разные позы Супермена. Он может, типа, левитировать в воздухе. Вот так, типа. А ну, думал, типа, летит. Летит. Ну, вот так летит. Летит.
Ладно. Я придумал. Сразу говорю, никому нельзя использовать это. Никому. Плащ? Да. Слушай, ты придумал хорошо, конечно, скотина. Да, он типа и хочет. Но я думаю, что плащ должен быть у всех. Я думаю, у всех. Да нет, нет, ну правда. Почему? Ну правда он придумал первый. Раз, два, три. Вау. Прикольно? Но... Это плохо, если это не просто. Плохо. Ты постарался. Почему бы не поддержать человечка? Да, снимай. Как это надо делать, ребята? Первый, после, показываю последний раз. Пошел. Не, мне кажется, шляпа еще та была. Держала, мне кажется. Да, да, извините, я не так высоко прыгнул, я боялся, что подскользнусь. Ладно, теперь я. Ты пробовала? Нормально. Давай, Верочка! Русалочка, давай, давай, давай! Держала. Хорошо, полная. По-моему, в этом раунде выиграл я. Да. Сюда. Плащ зарешал. Это нам надо. Мы сейчас посмотрим повтор. Это нам надо. Бляха, Саш. Ой, извини, извини. Я ударил Яну? Нет. Полотенце? Нет. 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 Не обижай мне ее, понял, блин. Так, ребят, следующая поза. Это нам надо сделать в прыжке, как будто бы мы сидим за компом и печатаем. Теперь смотрим к Супермена. Пора оценить эту феерическое. Ну? Ох, офигенно! Это best! Это best. К сожалению, то, что вот это намудрено было с плащом, абсолютно не видно. Не просто плащ, он, не, ну, он должен был развиваться на ветру, а он просто прилепился к Сашиному телу. Так, теперь Егора. Но он прям летит спасать. Если бы нога бы. Он летит спасать. Да, смотри, да. Как прикольно. Эдик, он реально летит. Эдик. Ладно, давайте меня посмотрим. У меня плохо получилось, я помню. Ой, да, у меня вообще не получилось. Это такой Супермен начальной школы. Да, я не получилась. Нужно выбирать между Сашей и Егором. Ну давай, я Саша. Я даю Сане балл только за то, что у него был плащ, и он реально креативно. Да, это было реально креативно. Как он хорош. Балл получаешь ты, наконец-то. 2-1-1. Типа печатаешь вот так. То есть надо ноги сделать максимально в позе, как будто бы ты сидишь. Давай я попробую первое. Янчик, давай. Раз, два, три. То есть мне надо вот так и как-то умудриться. Да, ты надо ноги подогнуть, как будто ты сидишь. Блин, это очень сложно. И спину выровни. Но, кстати, неплохо. Я думаю, что это было идеально. Это было хорошо. Хорошо было. Хорошо было? Хорошо, я смотрел отсюда. Теперь Егор Шкрет. Теперь я пробую. Это была полная херня. Иди домой, проспись. Я тупо затупил. Я вообще ноги не подогнул. Почему? Я замечаю, что Егор, знаешь, как делаешь все время? Он прыгает, на секунду делает позу, а дальше выпрямляется. Ну, так мы же стоп-кадр делаем. Ты, ну, не дожимаешь, я тебе так скажу. А вот я придумал креативно, Кость. Ты жопу отобьем. Думаешь? Конечно. Бля, это тогда не надо. Вот так вот уничтожается конкуренция. Вот так вот. Опа, пошел процесс. Умственный процесс. Типа пьешь чай? Ты можешь с кружкой реально прыгнуть. А это вот прям, это прям поменяет ситуацию, конечно же. Он готов. Раз, два, три. Я даже не попил. Я не знаю, что там было. Я не знаю. Я даже не попил. Но, по-моему, неплохо. Мне понравилось, ноги подогнул, типа, как надо. Сейчас узнаем. Следующая поза будет поза балерины. То есть надо будет либо натянуть носочки, как-то либо вот так, либо вот так балерины. Ну, в общем, надо постараться придумать что-нибудь. Готовы? Да. Гоу. Так, за компьютером смотрим мое прохождение этого упражнения, хотела сказать. Ну, в принципе, она реально сидит, работает за компьютером. Идеальная поза. Идеальная. Мне кажется, ни у кого лучше не получится. Она еще с этой же позы приземлилась, ребят. Так, теперь дальше. Я правда хорошо прыгнула. Теперь Егор. Ну, вот так. Ну, не сел. Ну, не сел, а нет. А вот так, нет. Ну, что ты, что не, это? Не, я сижу, не, у меня просто быстро работа, мне надо быстро работать. Нет, ты сегодня мимо. Ладно. Ну, это правда не очень. Окей, у Яны пока лучше. Этот с Липтоном пошел. Ну, у Сани тоже хорошо. О, во-во. Реально работает, парень. Работает, еще если я колу этот напиточек взял себе попить в процессе. Смотрите, у них идеальные прыжки получились, идеальные. Но все-таки у Сани балл опять за креатив. Саша, ну так как мне сидеть.
Блин, так как себе давать нельзя, я тоже дам Саше, конечно же. Кто первый будет делать балерину? Я. Егор. Давай. Давай, иди записывай. Сейчас, только подожди, не начинай без так. меня ничего. Окей, хорошо, как это балерина? Это типа, вот, вот, это ее руки, вот так. Она вот так. Вот это балерина, ну правильно же, похоже? Криво. Не знаю, но не знаю. Это кривовато. Ой. Давай, Янчик, прыгай. Так, раз, два, три. Да. Клево, получилось. Фатально. Я ноги поджала, да, я не знаю почему. Но руки ты сделала хорошо, честно говоря. Может быть, и будет неплохо. Давай, Саш, балеринка. Точно так же. Он сделал такую же ошибку, как и я. Потому что я понял, что нога сломается. Погнали, следующая поза. Это поза, как будто бы ты бежишь. Поза балерины. Первый делал Егорик. Вот такая балерина. Ну, неплохая на самом деле. Ну, нормально. Так, поза теперь я балерину ногой. Делаю. Блин, еще пальчики так сделала. Угу, умеет. Побалерить. Ну, нога должна была быть прямая. Нога должна была быть прямая, а я села. Поэтому, ребята, опять балерить мне. Ну, это балерина? Ты даже не посмотрел, как ты. Да, уже понял. Ты обиделась? Нет, я смотрю. Обижен. Это вот смотри, как Саша прыгает. Давайте посмотрим. Ну и что? Это, знаешь... То же самое. Тоже тупо самое. Он на меня кричит, а у него тупо то же самое с ногами. Кричу. Причем кричу. Причем это нет вот этих балеринских рук, а у Яны было. У меня были хотя бы руки вот так. Да, но кому балл получается? 3, 2, 1. Гоу дальше. Да, нам это надо. Нам это надо. Хочется разбежаться, но из-за того, что здесь скользко, можно, ну, упасть. Давай. Это было очень смешно. Муравей. Давай теперь я. Я, ты давай. Давай, готов? Раз, два, пошел. Хорошо. Это было хорошо, но я боюсь, что он выпрыгнул за пределы камеры. Я еще камеру посмотрю. Я вперед бегу вот так. Как-то надо. Плохо, плохо было. Застала, застала. Не смогла, эх. А следующее, Егорик делает предложение Яне. Шучу, просто предложение. Так, следующая поза, бег. Первый прыгал Егорик. Не, мимо, мимо. Стой дальше. Можем удалять это видео. А вот так как он? Слышишь, что он? А вот так. Нет, спина, спина ровно должна хорошо, быть. Хорошо. Но я бегаю все время с кривой спиной, я сутулый. Слышишь, он сказал, удаляем. Ну вот это в сам полет. Так, теперь Саня Монтажник. Или... Саня Монтажник. Саня Ковбойник. Вот такой бегун. Вот ну, такая... вроде посмотрел камеру. Ну слушай, ладно, у него поза действительно более... Шикарно! У меня вообще, помню, не получилось. Вау! У Яны... А я говорю, что я... у меня не получилось. Блин, я прям охеренно бегу, ребят. Она прям бежит реально по воде. Клево. Это хлопочки прямо пошли. Блин, наконец-то у меня 2 балла. 2, 3, 2. Да. У нас по 2, у него 3 балла. Так, ну, предложение там, смотрите, ну вот, я делаю предложение, типа, вот, Янка, смотри, как это будет, и, как, возможно, когда-то. И сделаешь что-то кольцо. Вот. Ага, ага. Попробуй. Давай. Блин, это как-то сложно. А я сниму предложение. Давай, давай. У него тигр. А было похоже хоть чуть-чуть? Не знаю. Отсюда, да. Ребята, немножко креатива вам в ленту. Подай мне вот эту желтую коробочку. Эту? Да, давай. Раз, два, пошел. Коробка, блин, размякнет сейчас вся. Ладно, я хочу прыгнуть в шляпе, потому что это хотя бы из меня сделает больше похожего на мужчину. Раз, два, три. С твоими ногами произошло. Ребята, ребята, она как будто на крокодила охотится. Еще в этой шляпе. Я еще хотела милое лицо взять и сделала такое. Теперь предложение. Егор, как же ты сделаешь предложение? Ну-ка, смотрим.
Да, у меня, конечно, кольцо. Нет, стоп, у меня просто гигантское кольцо, ребята. Типа не вот такого так, размера. Не вот так, а вот так. Ну, по-моему, хорошо. Maybe. Но все равно... Maybe, сейчас посмотрим, что у тебя там, maybe. Так, пошел монтажерчик. А ты себе делаешь? Ой, идеально. Реально, посмотрите, он стоит на одном колене. Хорошо, но он как? Стоит на ноге. Но, okay. Но он не смотрит на девчонку, он типа... Да, он видит. Но для позиции, для фотографии на всю жизнь все-таки. Ну, блин, да. Ладно, хорошо, очень хорошо. Нет. Я помню, у меня вообще не получилось. Выйди замуж! Пожалуйста! Я просто ору. У тебя как будто ноутбук. Вы надо мной ржете, а над Егором вы не ржали. Ну я замкнул руки. Его пасть. Смешно, ну слушай, ну тебе тоже неплохо. Короче, давайте очевидно, мне балл, вам бы никто дабы не сказал. Мы поиграли, получился счет 3-3-2. Я должна вам приз, подумайте пока. Пока ребята думают, предлагаю вам посмотреть то, что мы еще подсняли. Мы подсняли, как мы по парам делаем различные позы. Например, прогулка с собакой, серфингист, ну и так далее. Получилось очень смешно. Пробуем сделать типа убийство. Да. Вот сейчас моя самая любимая поза типа серфинг. Два, три. Давай, метро, поехали. Я читаю. Два, три. Следующая поза будет выгул собаки. Два, три. Давай так, мое задание. Все, что я сегодня закажу в ресторане, ты оплачиваешь. Хорошо. А мне новую шляпу. О, Саша, это задание мне нравится больше, потому что это гораздо дешевле. Вот такой получился ролик. Надеюсь, вам понравилось. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, конечно же. Ну, а мы погнали снимать новое видео. Ну, а пока. Пока!